Привет! С вами команда КВН «Южный город». Дорогие друзья, сегодня финал. И всем понятно, кто победит. Говорят, южно-сахалинским командам подсуживают. Не беспокойтесь, это правда. Но посудите сами, сегодня 3 мая. Мы из третьей школы и займем первое место, по-моему, все логично. Да и вообще, наша школа абсолютно везде. Ну вот вам наглядный пример. Команда КВН «Карамель» полностью состав из нашей школы. Вот этот вот парень из элитной сборной тоже наш. Вот этот вот парень. И вот этот парень тоже из нашей школы. А вот об этом не стоило. О, а вот об этом стоило. Подождите, а Кожемяка тут при чем? Так он 3 раза обещал к нам приехать. Он только приехал на ЦАГе. 3000 извинений. Ребят, может уже начнем? С вами команда КВН «Южный город». Секретную сыворотку. Олег. Я вот недавно поняла, что большинство конфликтов в сказке можно решить маленьким складным ножичком. Ты чё, старая, обалдела? Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл. А я есть хочу. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Ужас! Алло, пустой, и конфеты за меня есть будете? Кто хлебал в моей чашке? Кто сидел на моем стуле? Кто ложился на мою постель? Я. Высоко сижу, далеко гляжу. Да ты приляг! Но на самом деле их было гораздо больше. Арамис! Я! Атос! Я! Бартос! Я! Склероз! Барбос! Я! Yeah. Молокосос! Я здесь! Перитос! А можно меня попозже объявить? Прогноз! Сегодня холодно. Угроз. Чё сказал, повтори. Ну и, конечно, Христос. Воскрес. Атас. Не пришел, похоже. Я говорю, Атас, гвардейцы. Ну и напоследок давайте представим, если бы Нюша озвучивала фильмы ужасов. Наше выступление. Сказали ли мы об ужасных сахалинских дорогах? Нет. Затронули социальные проблемы? Нет. Рассказали ли о коррупции в аппарате управления? Нет. А чиновники сидят в зале? Да. А есть ли у них деньги? Да.
А у нас спонсоры есть? Нет. А любим ли мы власть? Не знаю. Команда КВН «Южный город», спасибо.